Какая вот эта зависимость? Прямая или обратная пропорциональность? Задача со звездочкой. Преподаватель 34-й школы, лауреат республиканского конкурса, учитель года и победитель в номинации «Физика», «Математика», «Астрономия», «Информатика». Об успешном участии в состязании напоминает хрустальный журавль. Он занял почетное место на рабочем столе. За плечами Светланы Здоренковой 20-летний стаж работы. На занятиях педагог делает ставку на практику. Вместе с учениками проводит опыты и эксперименты. Возможность познакомиться с удивительными учителями, потому что в нашей стране очень много замечательных педагогов, действительно классных, у которых есть чему поучиться. И вот такие конкурсы позволяют нам найти друг друга, встретиться и продемонстрировать свое мастерство. И пусть говорят, что учитель – женская профессия. Среди конкурсантов 14 мужчин. Финал прошел и Алексей Шунько. Педагог ведет уроки черчения и труда в первой гимназии. В конкурсе участвовал впервые, при этом в своей номинации занял 3-е место. Его главный секрет успеха – любовь к своему делу и трепетное отношение к детям. Стаж работы в профессии не маленький, но действительно все было как в первый раз. По-новому узнаешь себя, по-новому открываешь какие-то аспекты работы учителя. Конкурс «Учитель года» проводился в 12-й раз. За почетное звание боролись 56 участников. В этом году состязание в новом формате. 8 предметных номинаций и обновленный состав жюри. Позади творческая визитка, мастер-классы, публичное выступление, составление конспектов урока и занятия в незнакомом классе. Есть жюри суперфинала, который состоит из 19 человек. Это достаточно компетентные люди, которые компетентны профессионально и способны объективно, честно и открыто оценить работы конкурсантов вот этих 56 человек. Учителем года стал педагог изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района. Сергей Шаминский 33 года работает с детьми. Выработал свою методику обучения и нашел подход к каждому ученику. Педагогу достался главный приз – автомобиль «Джили». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.